Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский требует открыть уголовное производство против Владимира Ветровича, директора Института национальной памяти. С таким призывом он обратился к генпрокурору Юрию Луценко на своей странице в Facebook. Подобную реакцию вызвало заявление Ветровича о том, что знаки отличия дивизии СС «Галичина» не подпадают под действие закона о запрете нацистской символики. Хотя, по словам Долинского, бойцы этой дивизии присягали на верность нацистской Германии, а флаг подразделения – тот же нацистский флаг со свастикой.